Отлично, Искорка. У тебя еще 4 часа занятий. Полно времени для дополнительного задания. Еще 4 часа? О, боже! Это же просто целая вечность! Этого едва хватит на благодарственные открытки учителям. Не переживай, Искорка. Через 3 месяца их увидим. 3 месяца? Девочки? Извините, мисс Черрилли, просто Радуга Дэш хотела... Почему бы нам не посмотреть фильм вместо последнего урока? О, это неплохая мысль, Радуга Дэш. Не стоит начинать проект почти на финишной черте. Но мне нужно закончить письма, сделать коллаж и, может быть, пересдать экзамены на всякий случай. Гарингу против болотных монстров! Отличное предложение! Ты можешь читать, когда и что хочешь, да? Я могу! Что угодно. Можем даже совершить путешествие в публичную библиотеку. Бежим! Летние каникулы начались!